Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вы действительно запутались в себе, вы действительно запутались уже о том, чего вы хотите, но я, честно говоря, полагаю и предполагаю, что это вот чувство, что вы запутались, оно длится уже достаточно давно. И это чувство длящееся, оно, скорее всего, возникло гораздо раньше, еще, наверное, где-то, может быть, в те же 15 лет, может быть, еще раньше. Вот, я предполагаю, что еще раньше. Для чего я это говорю вам? Не для того, конечно, чтобы сказать, что вот вам нужно работать с детством, да, и, соответственно, тогда вы там сможете, грубо говоря, что-то для себя решить. Нет. Это говорю я для того, чтобы вы увидели, что вы изначально в отношениях свои приходите, вот если можно так выразиться, какой-то вот нуждающийся, какой-то вот ставящий себя ниже своего партнера. Такое у меня возникает чувство, такое у меня возникает ощущение, понимаете, что вот вы как будто бы априори ставите себя ниже, чем ваш партнер, чем ваш мужчина. И, собственно, так было всегда, как мне кажется. И так происходило всегда. Не только с вашим мужем. Кажется мне немножко другое, да, что вы вот привыкли предъявлять к себе требования, привыкли требовать чего-то от себя, чего-то не всегда реалистичного, чего-то не всегда адекватного, чего-то частенько игнорирующее то, чего вам самой хотелось бы, вот, и, как бы, все это, конечно, создавало и создает некоторый ваш образ, образ человека, который, ну, нуждается в отношениях, образ человека, который откровенно, отчаянно нуждается в том, чтобы рядом был кто-то, чтобы рядом был человек, на которого можно опереться, вот, но только он. Это, другого никого нет. Вот вы говорите, я общалась с парнями, да, но отношений у меня не было, не получалось. То есть, я думаю, что
эти люди не были готовы ну, наверное, дать вам то, что вы хотели от них получить. Я вот я думаю так. То есть я думаю, что вы вот просто не видели в этих отношениях для себя. То, что вы хотите, ну, то, что вы хотели бы получить. И, на мой взгляд, вот, вам надо бы обратить внимание на то, такая, собственно, что я хочу получить. Вот. Вот вы говорите, что мужчина, ваш муж, он вас, значит, ну, бил или бьет, критикует вас за то, что вы там нехозяйственные брошь, а вы уже сами там, грубо говоря, не понимаете, какая вы. Вопрос немножечко не в том, как мне кажется. Какая вы? Вопрос немножко в другом. Вопрос в том, как мне кажется, опять же, какой вы хотите быть. Здесь это ключевой вопрос. И вот то, что вы хотите понять, правда ли это или нет. То, что вы не хозяйственные, по словам вашего мужа, это, мне кажется, немножечко проход, ну, если можно так выразиться, это проход в позицию, что вот соответствую я или нет тому образу, который я, ну, которому я хочу соответствовать, да? Вот, но как бы речь немножечко не об этом. Как мне кажется, да, речь, мне кажется, немножко о другом. Речь о том, какой вам комфортно быть. Ну, просто вот наиболее комфортно. Есть ли такое вот, что вам комфорт, ну вот что-то вот, где вам комфортно, в чем-то, что вам вот комфортно, ну было бы находиться, понимаете, это, мне кажется, куда более здесь это куда более важный момент. Вот, потому что как бы это вот то, что вас определяет, как мне видится,
кажется, и так далее. То есть не вот такая история, да, что вот я там, ну, что я вот должна быть какой-то, и тогда все будет нормально. А именно вот как бы какая я естественно, какая я настоящая. Вот. А мне кажется, мне так кажется, что это важно. Ну, важнее, чем ну, чем остальное, чем вот то, что вы там, пытаетесь сделать с собой. Вот. И мне кажется, что вот принять то, какая вы, принять степень своей ответственности и, может быть, каких-то еще вещей, связанных с собой, это было бы вот тем путем, которые вы могли бы использовать для себя, для того, чтобы, ну, чтобы чувствовать себя как-то вот комфортнее, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы чувствовать себя более, ну, свободный, да, там, не знаю, более естественный, может быть, а может быть и нет. То есть тут, опять же, в какой-то степени, да, есть, получается, варианты, ну, то есть разные варианты этой ситуации. Вот, поэтому нужно смотреть. Но вообще вот то, что я могу сказать, это то, что вот, ну, как мне кажется, конечно, что люди, вот, в частности, ваш муж, да, вот, ну, в какой-то степени там просто транслирует вам то, что вы сами там о себе думаете, то, что вы сами там к себе готовы применить. То есть вот у вас есть такая позиция, что я догоняющая, что я должна что-то доказывать, что я должна ну, как-то не знаю, подстраиваться под человека. Вот что мне кажется. Вот. Ну, это не совсем так. Давайте будем честны. Это не совсем так. Вам не нужно подстраиваться под человека, если вы этого не хотите, но вы склонны себя заставлять, потому что
Вам кажется, что если делать этого вы не будете, то произойдет что-то, ну, произойдет что-то нехорошее. Вот. Например, вы останетесь одна. И вот этот момент, то, что вас пугает одиночество, нахождение с самой собой, вот вас пугает нахождение самой собой. Ну вот это как бы такая вот достаточно ну, серьезная мотивация. Вот, ну, как мне видится, что это очень серьезная мотивация. Для вас это очень серьезная мотивация, чтобы делать, чтобы поступать каким-то образом, таким вот определенным образом. Вот, ну и, соответственно, как мне кажется, нужно это корректировать, вот. То есть учиться в отношениях, а ориентироваться не на, там, грубо говоря, не на другого человека, да, вот, а на себя, например. Я смотрю на себя. В отношениях, например, я смотрю на себя только. Вот. Я не смотрю там на другого, ну, или на других. Потому что другие, да, ну, а я это я. Вот. То есть это вот, ну, как бы, такая вот позиция, и мне кажется, что вот очень важно эту позицию стараться продвигать, скажем так, да? Вот, ну, потому что в противном случае вы просто постоянно будете себя так вот зажимать, вот, если, конечно, понимаете, что я имею в виду. Поэтому учиться себя слушать, да, учиться себя слышать, вот, это очень полезная штука. Но это процесс, к сожалению, которому нужно уделять внимание. Сейчас вы пытаетесь, значит,
Вы пытаетесь сейчас через другого человека, да, достичь вот, ну, что-то для себя, достичь чего-то для себя. Ну, только вот проблема в том, да, что это не работает. И не заработает. К сожалению. Вот. До тех пор, пока главным звеном в этой цепочке не станете вы. Сами вы себя. Вот, примерно так я бы ответил вам на ваш вопрос, который вы задаете. Вот, и, соответственно, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Вот, надеюсь, что для себя какие-то выводы вы сделаете. Надеюсь, что дадите какую-то обратную связь. Вот. И, соответственно, после этого уже можно будет вам что-то рекомендовать. И после этого вам уже можно будет, ну, как бы, работать, возможно, даже. То есть я имею в виду заниматься терапией, потому что вы, ну, мне кажется, что пока будете выстраивать только такие вот отношения, то есть зависимо, к сожалению, потому что опыта других отношений у вас, мне кажется, нет. А я вас ни в коем случае не обвиняю, да, я вас ни в коем случае не пытаюсь в чем-то обвинить. Я не считаю, что вы виноваты, но я считаю своим долгом, именно долгом своим, обратите ваше внимание вот на вот эти вещи, то есть, ну, на вот эти моменты, которые я сказал, да? Вот. Такой ответ я могу вам дать. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.